Всем приветики. Сегодня мне пришла такая посылка из Китая. Кстати, впервые в коробочке. Я сколько всего из Китая не заказывал. Ну, ни разу мне еще не приходило в коробочке. Всегда в каких-то пакетиках, в конвертиках, в каких-то, я не знаю, таких поролончиках, замотанных. Ну, либо поролон, либо замотанная вокруг такая пленка мягкая. И вот впервые в коробочке, то есть как будто бы купил реально нормальную, качественную, официальную вещь, а не какой-то там, а не какую-то левую какую-то ерунду из подвала. Ну, в общем, приятно, что оно в коробочке. Правда, честно говоря, я не знаю, зачем я его заказал. У меня, в общем, была скидка на $3. Я хотел заказать что-то, что и будет стоить $3, чтобы как бы на халяву досталось. Но у меня в корзине не было ничего и в списке желаемого на $3. И, ну, было все какое-то, ну, дороже, короче, намного. И я решил, ну, вот что такое примерно, там где-то за $4 что такое вот нашел, типа вот это вот, чуть доплатил, и получается, тоже почти что на халяву. В общем, это тренога, держатель для микрофона. Оно здесь нарисовано. Новая серия BS-08. Вот он такой вот, такая вот держалка для микрофона. То есть такая штука у меня есть. Вот она. И вот получается, вот она. И она крепится на стойку. А можно не на стойку, она на держатель такой. И вот как раз таки этот держатель я заказал. Ну, на будущее, пускай будет, типа. Вот здесь и написано микрофон, станс, стойка, наверное. Вот. Здесь получается одинаково, что здесь. По бокам тоже одинаково, да? Да. Только здесь еще нарисованы какие-то там значки. Я не знаю, что они значат. Так, здесь что? Desk stand open from here. Открывать здесь. Здесь Made in China. И серийный номер тоже открывать здесь. Довольно-таки это плотный картон. Открываем. И видим. О, так здесь. Все, там уже ничего нету. Кстати, так фокус так неплохо настраивается. Так прям видно. Классно. Так. И, в общем, здесь не только стойка, но и сама вот эта вот держатель, сам держатель. Хотя, я думал, будет только стойка. И вот они вместе, получается, пришли. Блин, качественно. Такая коробочка. Мне впервые, реально впервые за все время пришло в коробочке. Ну, то есть, на которой нарисован, типа, вот товар. Обычно, если коробочка приходит, это просто картонная, типа, без всяких рисунков. А тут рисунок, там, описание, там, что-то, к чему, типа. Ну, то есть, видно, что вещи делают, ну, нормальные, как бы. Здесь степлером скрепили. Так. Вот пакетик. Оно, кстати, так вот. Вот они, получается, ножки. И самое интересное, что они так легко. Вот прямо так легко. Вот отпускаем. И оно так легко так падает. Здесь получается болтик. Здесь резьба. Ну и ноги сами. Там, видимо, палочки. Вон они стоят. Палочки, видимо, здесь вот. Вставляется палочка. Как-то. Или как. Или это просто. А не, это просто. Это пластмасска здесь. Ну, короче, я думал, ему достается. Она не достается. Но вон видно палочки. И на них ножки крутятся, типа. Самое интересное, что это туго. Да, мне кажется, вот так оно и должно быть, типа. Вот какая-то, ты типа. Вот, она как бы фиксируется. То есть ты выставляешь на определенное положение. То есть. Вот поставил так, все, оно так стоит. Поставил так, все, оно так стоит. А эти, получается, так не поставишь. Вот ты ставишь, оно падает.
эту ставишь, оно падает. Это вообще легко. То есть, мне кажется, оно должно быть фиксировано. То есть, это крепко, оно, короче, должно фиксироваться вот как это так вот. Вот это сама туго. Это чуть послабее. Вот оно так. А это вообще слабое, прям вообще падает. Короче, блин, а как оно держаться-то будет тогда? Если оно такое слабенькое. Там ноги хоть одинаковые. Здесь я уже приготовил цепу свою. Они, в принципе, одинаковые. Только у меня переходник на держатель, на стойку. А здесь, получается, переходника нет. Потому что он и не нужен, как бы. В принципе, они даже чем-то похожи. Но здесь побольше, чем здесь. Но, в принципе, оно одинаково, наверное, будет. Это накручиваем сюда. Накручивается легко. Так. Ну и так вот, типа, сюда ставится микрофон, и ты выставляешь так вот, и оно стоит. Единственное, что мне нравится вот это, ну что это такое? Оно, ты должен вот выставить какое-то положение, так, значит, так, все, оно так стоит. Либо как-то вот так. А не то, что ты поставишь ногу, а она раз так и уползет куда-нибудь. То, что она не фиксируется. Значит, это какая-то жесть. Правда, кровать еще неровная. Сейчас попробую на ровной поверхности глянуть. Ну, в общем, я нашел тетрадочку. Вот если поставить тетрадочку, в принципе, вот если на нее поставить. В принципе, ну вот как-то она стоит, типа. Вот. Но получается, что вот ты, допустим, поставил микрофон, все, стоит он у тебя. Ну, как-то... Вот нога эта, она болтается, типа. И вот ты поставил, она стоит, а потом, допустим, решил переставить. Опа, и нога упала. То есть две ноги стоят. То есть... Короче, как-то не очень. Типа... Что значит китайская ерунда? Тут, типа, берешь, поднимаешь, опа, и она падает сразу, то есть, вот она у тебя стоит, ты понимаешь, она хупа сразу сломалась, ножка, типа, ну, типа, что это такое, это бред. Короче, некачественный товар. То есть, с виду так все классно было, но именно эта болтающаяся нога все портит, типа, не знаю, мне не нравится, как бы, это, этот момент. Вот такая подставка. Ну, я не знаю, мне пока она не нужна, у меня есть стойка. Я брал, ну, типа, на всякий случай вдруг понадобится, но... И вроде все классно, но вот эта вот нога болтающаяся, мне прям не нравится. Вот, как бы... Короче, вот такая вот штука. А, и ножки снизу, там еще какие-то дырки были или что-то. А это просто как бы пластмасса такая. Вот. Такая вот стойка. Ну вот, в общем, я поставил микрофон на ножки эти. Но, как бы, опасно его так оставлять, потому что он тяжеловатый, наверное, не знаю. Может быть, полкилограмма весит, может, больше. А ножки, они слабые, и типа вот, я не знаю, сейчас он стоит. Я поставил специальную бумажку, потому что стол скользкий, типа там сильнее скользят ножки, но бумажки меньше скользят. Но, так вот чуть надо... О, все, вот тут его чуть трогаешь, ноги разлазятся. То есть, реально страшно оставлять его микрофон. Он реально тяжелый, мне кажется, он даже может быть килограмм какой весит. И на таких ножках, которые болтаются, по идее, ножки должны какой-то еле-еле двигаться. А тем более для такого тяжелого микрофона. Хотя они, наверное, не рассчитаны. Они, наверное, рассчитаны на микрофон более слабый. Вот.
А тут такой микрофон, и, в общем, ну, я не знаю, страшно оставлять, ставить вон такие ножки, потому что, получается, где-то случайно по столу ударишь, они разлезутся, и микрофон, естественно, упадет, а от удара может у него что-то и нарушится, как бы. Ну вот, поэтому такие дела. Короче, я недоволен, это реально какой-то хлам. Во-первых, я так подумал, что я не буду использовать микрофон на такой ножке. Во-первых, потому что она вот как на этой стойке стоит вот здесь. И когда по столу ударяешь, порой слышны какие-то удары. Хотя оно через стойку не должно передаваться, но бывает слышны, когда удары особо сильные там. А на этой ножке, ну, вообще будет жестко передаваться удары. И помимо этого, как бы то, что, во-первых, то, что будет звуков много передаваться, во-вторых, то, что зачем мне на ножках, если у меня есть стойка? Даже если у меня будет второй такой микрофон, не буду же я их два использовать. Я буду использовать тот, который лучше, если я куплю, например, допустим, еще один такой. Ну, как бы, чтобы, ну, то, что проверить, как бы, одинаково они звучат или нет. И он будет звучать тот лучше, то этот я тогда уберу, а буду использовать тот. То есть, по-любому, два не будут одновременно подключены. То есть, по сути, мне эти ножки не нужны. Я просто их заказал, чтобы, типа, потому что они самые дешевые были из списка моего желаемого. Лучше бы я заказал что подороже, но то, что мне реально надо. А эти ножки мне, получается, ну, не надо. Тем более, что они плохие. И, короче, только зря... Ну, в общем, зря потратил купон на $3. Вот, в общем, лучше бы взял что-то, то, что мне реально надо, а не вот этот вот хлам. Вот ставишь, он даже не ставится, ножки эти он падает постоянно. Хотя, вот, что это такое? Короче, блин, это реальный хлам какой-то. О, неужели я поставил? Вот сейчас, я не знаю, шевельнуть вот. Оно... Во, начинаешь немножко трогать, все, ножки уже поехали. Короче, блин, ерунда. Я зря. Зря выкинул. Ну, я не выкинул. Ну, как бы. Ну, какие-то деньги я доплатил там, конечно, доллара по 3,5, там 3,70, может, вышло. Вот, но зря купон потратил. Лучше бы я купил что-то, не знаю, за долларов 6, там 7. Но то, чтобы мне реально пригодилось. И с купоном наполовину дешевле бы получилось. А так. Короче, не очень. Такие дела. Ну, а на этом все. Всем покедово. И, кстати, лучше не используйте, если собираетесь такую вот подставку. Лучше уже стойку. Ну, теперь точно все.